У нас в Якутии зима долгая. Все устали ждать, когда она, наконец, кончится. Но вот солнышко стало пригревать, снег начал таять, звери, птицы и рыбы обрадовались, потому что пришла весна. Вот и медвежонок, который родился совсем недавно, тоже обрадовался весне. Был он маленький и даже не знал, что он медвежонок. Его мама, медведица, очень хотела, чтобы он вырос настоящим медведем. Большим, умным и сильным. А для этого ты должен хорошо кушать. Не хочу и не буду. Ну вот, не хочу, не буду. А ведь тебе еще столько нужно узнать. Без моей помощи ты пропадешь. С тобой может случиться все, что угодно. Я кому говорю? Тебе или червяку? Сюда иди. Где ты там? Вот, смотри, жуки. Они очень вкусные, не хуже ягод. Только лови. Да куда же ты опять? Стой! Я тебе еще раз повторяю. Иди за мной, никуда не уходи, а то потеряешься. Что за наказание? Иди теперь вперед, раз не умеешь себя вести. Куда ты опять? О. С ума сойти можно. Ну что за ребенок? Слезай, кому говорят? А днем медведица повела медвежонка ловить рыбу. Вот мы и пришли. Сам только в воду не лезь. Одному нельзя. Нельзя, говорю. Ну что ты будешь делать? Унесет тебя река. Ты что, совсем не соображаешь? Маленький ты еще. Стой здесь. Не хочу и не буду. Я и так уже большой. Вообще, кем захочу, тем и стану. Подумаешь, маленький. Все какие большие. Я и сам большой. Тут, как выскочит кто-то из-под земли, раз, и убежал. И опять появился. Ты кто, спрашивает медвежонок? Еврашка. Еврашка? А что ты умеешь делать? Свистеть. Свистеть? А зачем? А вот, смотри. Видишь, мы так разговариваем. Разговариваете? Ой, здорово! Я тоже еврашкой буду. Сейчас как свистну! Медведь! Медведь! Оп!
обиделся на них, медвежонок. И не хочу я быть этим еврашкой. Только свистеть и умеют. О! Эти свистят. Вы что, тоже еврашки? Это у тебя что? Рога. Рога? А ты кто? Олень. Олень? А что ты делаешь? Я ем. Ешь? А что ты ешь? Мох. Очень вкусно. А что еще ты делаешь? Бегаю. Я тоже хочу бегать. Буду оленем. Ой, не хочу я быть оленем. Ой. Тут медвежонок смотрит, еще кто-то. Надо познакомиться, но как это сделать? Снизу ноги, сверху ноги. Что за зверь? Ты кто? Я? Я утка, ответила ему гордо утка. Утка? А что ты умеешь делать? Что, что? Плавать вот умею, нырять, еще умею ходить. Красиво. Ходить? Красиво? Я тоже буду уткой. И ходили они так, красиво, до самого вечера. Но потом медвежонку надоело красиво ходить, и он спросил: что, что-нибудь ты еще умеешь делать? Летать! А что, я хуже, что ли? Я утка! Я утка! Медвежонок спросил того, которого испугался тот, который убежал. А это кто был? Волк. Волк? А вы что, никого не боитесь, что ли? Нет. А вы что? Вы что, самый сильный? А ты как думал? А что это вы там делаете? Мед? А это что? Ой, я тоже хочу. А вы кто? Медведь. Ой, медведь? Мама! 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 Я не хочу быть еврашкой, ни уткой, и этим оленем, ну его не хочу быть. Да? А кем же ты хочешь быть тогда? Медведем. Медведем? Это хорошо. Правда, ты и так медведь, только еще маленький. По дороге домой медвежонок спросил: мам, а ты тоже медведь?
Ну да, я же твоя мама. Забодаем. Как это? Куда это? Вы ищете в доме, а я тут. Хорошо, хорошо. Так. Ага. Ну что? Тут никого. Тут никого. Наелся и убег. Чего? Тогда нужно дом латать, пока солнце не село. Мы строим не из бревен и не из кирпичей. Мы строим из блинов и калачей. И каждому понятно. Тут есть огромный плюс. На вид наш дом приятный. И на вкус. Трам-тирам, 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 тирарам. Наш домик из сыра с блинами пополам. Наш домик из сыра с блинами пополам. Трам-тирам, тирам, тирам, тирарам. Девочки, а если этот воришка вернется? Чего? Сторожить будем. Так, пора тикать. Эй, девочки! Вы слышали? Спят, как убитые.
уж объедай! Идите, идите, девочки, а у меня ни один враг не пройдет. Ага, как бы не так, заснет через 2 минуты. Чего? Тут никого. И тут никого. Если б ты, коза, заснула, я бы и упек. Баю, баю, баюшки, сон сидит на краюшке. Сон сидит, а угает, козочку баюкает. Спите, глазки, спите, рожки, спите все 4 ножки. Прощайте, козы. Спасибо, домик. Ой, пропаду и видать. Ну да, хороша коза. Ни один враг не пройдет. А я тебе говорила... Пусть сама теперь домик чинит. Вот и починила. Мамочки! Девочки! На меня-то положиться можно. Я, если чего делаю, то делаю. Чего-то я этой козе не сильно доверяю. Чего? Блина. Никакого от вас толку, дурёхи. Сама сторожить буду, а вы работать идите. Идите, идите. А что можно доверить старой глухой козе? Ничего. Баю, баю, баюки. Сон сидит на валенке. Валенок качается. Глазки закрываются. Спи, глазок, и спи, другой. Спи, дружочек, дорогой. Девочки, да это же мальчик! Не мальчик, а дикарь какой-то. Не бодайте меня, котики, я не хотел. Нет у меня никого, и дома у меня нет.
Я не ел, не пил 3 дня, а вас, рогатых, испугался. Простите меня и пустите к себе жить. Я вам помогать буду. Дом подъел, нас обманул, а теперь его еще и жить пусти. Разбежались. Золотай сначала дом, чудовище. И уходи, пока кости целы. Бандиты задумали. Волки! Давайте позади, позади, быстрее! Спасайте! Тебя как, герой? Василёк. Ой, хороший мальчик. Оставайся у нас жить. Есть на лугу цветочки, есть над трубой дымок. И есть у нас дружочек. Отважный Василёк. Живём теперь мы вместе, живём, не зная лет. Жуём блины на ужин. И в обед! Трам-тирам, 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 тирарам! Ты обойди полмира! Не сыщешь равных нам! Нам столик из сыра с блинами пополам! Трам-тирам, тирам, тирам, тирарам! Приходите в гости! Спасите! Да ну! Как же это ты так, а? Ледок-то еще тонкий. Как звать-то тебя, пловец? Петька. О, тезка. Ну ладно, слезай чай пить. Мед-то любишь? Дядь, это чего? Мундир. А вы были солдат? Матрос. Вон того молодца. Матрос Петр Кошка, ваш высокоблагород. Надо же, Кошка, в наряд его. Был у нас в селе один случай. Василь худопеклый бросил курить и умер. Не, только постой. Он, кажется, сначала умер, а потом уже бросил курить.
Пушки с кораблей на берег, флотские экипажи на берег. Обороняться всеми силами. Как звать молодца? Котеночкин, Кошечкин, Котов, Кошка. Герой. А что ж, доброе слово и кошке приятно. Как он ее раз и в кашу. Так-то ну так, герой. А провианта не везут. Да.
Индюк. Англичанин. Француз. Бонжур. Кошка. Так-так. Спасибо, братец. На рассвете нас атакуют с флангов. Да мы ждать не будем и сами упредим. Так-так. Рано. Рано. Из ружей не палить. Штыки! Так-так, хорош гусь. Кто ж его так доставил? А, ты, братец, ловко. Куда же английским львам да против нашего кошки? Хвосты у них еще не выросли. Ну, беги до хаты. Мамка поди заждалась. Дядя, а я потом еще зайду, ладно? Конечно, заходи. Бытность свою императрицей Екатерина Великая любила отдыхать в царском селе.
пила чай с бубликом, принимала послов заморских. О, вот, кстати, один такой тип саксонской наружности. Ужом вьется, да не знает, как царицы удивить, расположение добиться. А та зевает, да в окно смотрит, не едет ли князь Потемкин. А он обычно и ехал. В самой наружности князя, в его величественной осанке сразу виден человек недюжинного калибра. Обладая блестящим живым умом, всегда умел произвести впечатление на императрицу. Поэтому во дворце ему всегда были рады. Эх! Но, говорит Екатерина, с чем пожаловал князь? А тот карты раскрывает, да и говорит: хочу, матушка-государыня, твою мечту давнюю в жизнь воплотить. Разреши у турок Тавриду отвоевать, чтобы не было больше набегов на земли русские, чтоб не бородавкой на носу был сей злосчастный полуостров. Но жемчужиной короне Российской империи. Екатерине идея по нраву пришлась. Так и сделаем, ступай, князь. И вдохновленный Потемкин пошел. Саксонский посол чуть от злости не лопнул. Как у него все легко получается. Вернулся князь победителем и преподнес Екатерине коробочку с роскошной жемчужиной. Подарки да сувениры. И пригласил прибыть в новые южные земли российские, дабы самолично убедиться в красоте и богатстве этого края и увидеть новый оплот российского флота на Черном море. «Путешествовать я люблю», — говорит Екатерина, — «только больно уж дорога дальняя. Ты уж не дай мне скучать, голубчик, повесели, как ты это умеешь». Да и послам заграничным покажем, какое славное будущее уготовано Тавриде. Сделаешь? Ну, не беспокойтесь, государыня матушка, говорит Потемкин. Я уж повеселю, уж расстараюсь. Все сделаем в лучшем виде. Всем нос утрем. Посол саксонский и вовсе скис. И поехал князь свои новые земли к приезду императрицы готовить, чтобы не упасть лицом в грязь и оправдать высочайшее доверие. Ехал, ехал, пока дорога не кончилась. И колеса не отвалились. Стал быть, приехал. Глядит князь, кругом глушь, дичь. Избы черные стоят, все косое да кривое. Взялся он за дело с размахом. Народ чумазой отмыл да причесал. Платье нарядное надел по последней моде. Пусть знают, что и в России есть чему подивиться. Построил деревни потешные и выдумал забавы затейные. Царицы на радость, хе-хе-х. Послам на удивление.
Так за делами время и летит. Уж и зима пришла. Шлет князь императрице весточку. Все, мол, готово, ждем. Готово так готово. Надо ехать. И Екатерина в дорогу пустилась. С послами, со свитою. Всем охота на чудесный край посмотреть. Долго ли, коротко ли, добрался кортеж императрицы до Тавриды. «Ну, — говорит Екатерина, — показывайте, чего тут понастроили!» «О, а вино-то вкусное! Не хуже, чем французское!» Идет царица по дорожке, девица. Стоят вдоль дороги дома с колоннами да балконами. А перед домами празднично одетый люд приветствует царицу, кланяясь в пол. А посол везде свой нос сует, хочет гадость какую подстроить, Потемкина в глазах императрицы опозорить. Мол, только это и умеет Потемкин, пыль в глаза пускать, и потешные деревни у него никудышные. Ткнешь пальцем — развалятся. А царица тем временем довольна. Ну, Потемкин, ну, потешил. Но надо двигаться дальше, и царский поезд отправляется в путь. Проехали степную Тавриду, вышли на морской берег. Там бравый морской офицер приглашает Екатерину на разукрашенный корабль. «Матушка государыня, пожалуйте на борт, а вам, сударь, другое судно полагается. Извольте!» А посол наш все распинается. Вы посмотрите, и пушки, и корабли, весь хваленый флот российский такой же картонный. Прибывает Екатерина со свитой в Севастополь. И вновь удивлению императрицы нет предела. Тут тебе и райские сады, дворцы восточные, фонтаны дивные. Куда ни глянь, все чудно и необычно. Даже слон есть. А посол аж кипит от злости. Нет в Тавриде ничего настоящего. Все фальшивое. Да все картонное. Вся Россия есть колосс на глиняных ногах. Вот сам светлейший князь Григорий Потемкин встречает императрицу.
Что, матушка-государыня, не скучна ли была дорога? Ну, Потемкин, ну удивил, отвечает Екатерина. А посол нашептывает императрице, мол, Потемкин все деньги государственные растащил, растратил на балаган. Развлечения твои спасибо, говорит царица. Ну, а настоящее покажешь что? И видит Екатерина новый город, оплот флота российского на Черном море, супротив всех басурман. Видит новые судостроительные верфи и порт, корабли. А посол прыгает в бессильной злобе. Все обман, все картонное. И норовит имущество казенное повредить. Я тебе еще покажу, кричит он Потемкину. Попомнишь ты меня? И уехал. А жаль, пропустил салют. Салют в честь Крыма, красота и богатство которого сияет через века в истории государства российского. Саксонский посол, однако, исполнил-таки свою угрозу. Ославил имя светлейшего князя Таврического, немало послужившего во славу России. Стойко ассоциируется его имя с выражением «потемкинские деревни», как с чем-то имеющим яркий фасад и неприглядную изнанку. А Таврида с тех пор и впрямь засияла драгоценной россыпью в короне Российской империи. И самая яркая жемчужина – Севастополь. Свет, ты кто таков? Я твой сынок, народился из твоего пальчика. А где же мой батюшка? Да здесь где-то был.
А зачем он тебе? Я к нему пойду, помогать стану. А где же мой батюшка? На пашню поехал. Где же ему еще быть? А тебе-то зачем? Я к нему пойду, помогать стану. Ой! А ну пошла! Помощничек. Ой. А, что? А где же мой батюшка? Да здесь где-то был. Может, в поле пошел. А тебе-то зачем? Я к нему пойду, помогать стану. А где же мой батюшка? Где? На пашне, вот где. А тебе-то зачем? Я к нему пойду, помогать стану. О, что-то есть. Это еще видом не видано. Свыком не свыкано, чтобы лошадь сама пахала. Ты что, разве я слеп? То сын у меня паша. Продай мне его. Да так бери, коли хочешь. О! Бывай, помощничек. Как же там без меня батюшка с матушкой? Таков?
Я мальчик с пальчик. Родился из матушкиного мизинца. Куда ж ты путь держишь? В поле. Куда же еще? Батюшке помогать. А давайте-ка, братцы, возьмем его за собой. Он маленький. Во всякую дырку залезть сможет. Будет нам помощником. Помощником? Тогда ладно. Ты, мальчик, в подворотню пролезь, да ворота открой. Молодец! А сейчас проберись в сарай, да нам быка выведи побольше. Какого быка тащить? Бурого или черного? Ты кто таков, а? Я мальчик с пальчик, родился из матушкиного мизинца. Далеко ли путь держишь? Да вот иду батюшке помогать. А где же твой батюшка? Да на пашню, где же ему еще? Да долго же тебе до него добираться. Ладно уж, садись, подвезу. Вылазь давай. Отвези меня к отцу с матушкой. Тогда вылезу. Вот ты и дома. И вылазь скорее. Я тебе помогать пришел.